Добрый день! Сегодня я записала для вас небольшое видео с обзором кофты, которую я шила для своей дочки на прохладный летний денек. Кофту эту я шила по выкройке из журнала «Отобре». Вот эта выкройка, только кофту я сделала на молнии и изменила карманы. Шила на рост 122 из футера двунитки с лайкрой. Капюшон я сделала на подкладке. На подклад я поставила кулирку с лайкрой и внешний край капюшона обработан беечкой из рибаны с лайкрой, которая вшита между двумя слоями капюшона, внешним и внутренним. Также, как вы можете видеть, капюшон с выточкой. Края карманов, которые расположены по бокам, я также обработала бейкой из рибаны с лайкрой. А подклад сам кармана я просто настрочила на полочке распашивальным швом по кругу самого кармана. Молния, как вы видите, вшита без подборта. Края полочек я обработала на оверлоке и просто пришила молнию прямо на края. Низ спинки обработан обтачкой из кулирки с лайкрой, верх которой я настрочила на распашивальной машине. Посмотрите соединение подвяза и обтачки. Все швы скрыты внутри. Что еще хотелось сказать по поводу низа спинки на кофточке. Как вы видите, расцветка кофточки – это такие вот горизонтальные разноцветные полоски. А низ спинки закругленный. Поэтому, если бы я делала его цельнокройным, одна из полосок была бы срезана. Мне это не понравилось, поэтому низ я сделала отрезным до уровня подвяза. И, как вы видите, полоски я расположила перпендикулярно. Так, мне кажется, намного симпатичнее. Шов на воротнике я закрыла киперной лентой. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.